Ребята, привет всех с прошедшими праздниками. Надеюсь, здоровье у вас не подорвано основательно. Я верю, что круто вы отметили все праздники. И теперь, ребята, давайте расскажу, что будет в этом году на моем канале. Смотрите, во-первых, привет, это Криптохомяк, это новый персонаж. Он будет раздавать призы, устраивать конкурсы, будет рассказывать, делиться своим опытом. Смотрите, цель у Криптохомяка, кстати, ребята, у него еще нету имени. Давайте первый конкурс с призами от Криптохомяка — придумать Криптохомяку имя. Потому что Криптохомяк без имени как-то несерьезно, да? Ну, я думаю, все понимают. Поэтому пишите в комментариях, какое имя можно придумать этому зверюге, криптозверюге. И разыграем призы, самое лучшее имя, которое понравится Криптохомяку. Победитель получит призы, криптовалюты, естественно. Смотрите, что будет в данном видео. Расскажу, что нас ждет в будущем, в светлом нашем криптобудущем. Расскажу о форматах новых и о том, как все будет происходить и какую роль в этом году сыграет на этом канале Криптохомяк. Оставайтесь. Кто еще не подписан, ребята, подпишитесь прямо сейчас, поставьте лайк авансом, поставьте колокольчик, потому что будет много интересного. Итак, ребята, смотрите, что будет в этом году. Будем с Криптохомяком играть в криптоигры, которые приносят криптовалюту. Будем зарабатывать криптовалюту на играх бесплатно, без вложений, без каких-то там смс и регистраций. Будут также проекты, которые будем рассматривать, в которых нужны будут вложения. Будем разбирать разные проекты, монеты, составим криптопортфель хомяку. Для чего мы будем это делать? Смотрите, у хомяка, у этого зверюги, у него цель в этом году заработать 1 лимон баксов на криптовалюте. И он будет все рассказывать, как он будет делать. Будут и фейлы, будут и победы. В общем, все, как мы любим, ребята. Будет такой сериальчик. Лимон баксов криптохомяка. Что нужно для того, чтобы вы оставались с нами на связи постоянно? Естественно, подписаться, если вы не подписались. Поставьте колокольчик, нажмите и поставьте лайк. В комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу. Что вы хотите увидеть на канале. Для тех ребят, которые первый раз видят мое видео, на первый раз на моем канале. Смотрите, ребята, меня зовут Олег. Привет, ребята. Я больше 10 лет зарабатываю в интернете. То есть больше 10 лет я получаю зарплату именно в интернете. Только в интернете, нигде больше не работаю. За это время перепробовал разные способы, наделал кучу ошибок. Поэтому, если вы хотите, если вы новичок или там человек с опытом, но ему не хватает какого-то там еще опыта, который у меня, возможно, есть, оставайтесь на канале, следите за видео. Я буду делиться своими, так сказать, и достижениями, и там неудачами. Может, кому-то мой какой-нибудь там неудачный опыт сэкономит там кучу денег, да. Может, какой-то удачный мой опыт, наоборот, покажет вам путь, как быстрее заработать, как быстрее сколотить себе. Возможно, у вас тоже цель — миллион долларов за этот год заработать на криптовалюте. И с какими-нибудь минимальными вложениями, а может и без вложений. Будем рассматривать разные проекты. Будем пробовать и тестировать разные проекты. Будем разыгрывать криптовалюту. Первый розыгрыш прямо сейчас будет. Смотрите условия. Что нужно? Разыгрываем, например, 50 монет Артери. Монета, кто еще не знает, непростая. Монету можно положить в стейкинг и получать ежедневно, каждые сутки пассивный доход от стейкинга. Дальше ее можно там реинвестировать, можно... В общем, об этом я расскажу уже в следующих видео. А сейчас, смотрите, условия конкурса. Подписаться, быть подписанным на канал. Если не подписаны, подписывайтесь. Поставьте лайк и напишите комментарий, что вы хотите увидеть в первых видео, в самом начале. Какие там бесплатные способы заработка. Может, криптопортфели какие-то. Может, кстати, дальше оставайтесь на связи. Я расскажу очень интересную историю, которая вам тоже понравится. Может, кто-то какие-то игры криптовалютные. Сейчас я все это исследую, пробую, расскажу о своем опыте, расскажу о опыте моих 10 лет заработка в интернете. И поэтому, ребята, перед тем, как
попрощаться с вами, я расскажу такую одну историю. Я думаю, большинство из вас слышали эту историю про биткоин, там все такое, там, если бы там 10 лет там, мы купили на $10 там, или на $100 биткоина, а сейчас бы мы стали мультимиллионерами долларами. Я думаю, меня лично, например, это уже достало. Я думаю, дружище, если тебя достала эта история, поставь тоже лайк, напиши в комментариях, как тебя это достало. Ну, не купили мы 10 лет, да? ФОМО у нас вызывать не нужно. Ну, кто не знает про ФОМО, расскажу в следующем видео. Смотрите, я вам расскажу историю еще смешнее. Даже пусть лучше Рахомяк расскажет. Смотрите, если кто-то купил бы, я думаю, большинство из нас, из тех, кто смотрит мое видео, наверное, не купили эту монету. Монета с собачьим именем, Шибаину. Если бы мы ее купили на $10, то сейчас бы у нас было там около 1 миллиона долларов. По разным подсчетам, по разным курсам, это до 4 миллионов долларов. Это всего лишь год. И это всего лишь $10. Это всего лишь какие-нибудь 2 чашки кофе. То есть, ребята, это все можно повторить. Сейчас следующий год обещает нам еще более бурный рост, еще более там развитие быстрое монет. То есть, если раньше, чтобы заработать там $1 миллион на криптовалюте, там на биткоине, нужно было ждать там 10-20 лет, сейчас за год можно стать криптомиллионером, долларовым криптомиллионером. Поэтому мы с Хомяком будем это делать, можно сказать, в прямом эфире, будем показывать вам все это, как мы это делаем. И я думаю, вам это понравится, будет все весело, радостно. И я думаю, у каждого, каждый поймет, что на самом деле зарабатывать на криптовалюте просто. Будем рассказывать простым языком, не будет никаких заумных там видео с какими-то там графиками там или еще чем-нибудь. Хотя график тоже один покажу в следующем виде. Там вас просто разорвет, ребята. Будет самый простой и самый, наверное, важный, самый большой секрет, как зарабатывать на криптовалюте и вообще в этом мире финансов. И как делать деньги именно в четвертом квадранте, о котором я рассказывал в одном из своих видео. Но это все будет в следующих видео подробно рассказать. Поэтому, ребята, оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Поставьте лайк, кому понравилось видео. Кому не понравилось, поставьте дизлайк. Пишите комментарии. И смотрите, сегодня разыграем, давайте, 50 монет Артери. Среди тех ребят, которые напишут комментарий, будут подписаны и поставят лайк. Как только наберется 50 лайков, разыграем 50 монет Артери в прямом эфире. Все, ребятки, всех обнял. До новых встреч.